Всем привет! Представляю краш-тест обновленного тренировочного томагавка. Кстати, это была старая версия, а это новая. Обновленная версия изготавливается из ПНД, полиэтилена низкого давления. Как видно, материал имеет хорошую прочность. Рабочий диапазон от минус 50 до плюс 80. Вес томагавка остался прежним, порядка 200 грамм. На этом пока все. Всем пока.